За 7 лет реализации проекта «Земский доктор» его участниками стали и переехали в кубанскую глубинку более 3000 медработников. Только в прошлом году место жительства поменяли около 400. Об этом рассказала вице-губернатор Анна Минькова на селекторном совещании с заместителями глав районов по соцвопросам. На заседании говорили о реализации нацпроектов здравоохранения и демография. Так, к 2024 году продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а к 2030 году до 80. Чтобы приблизиться к этим цифрам, в каждом регионе нужно создать новую медицинскую систему. А начинать надо с первичного звена, отметила Анна Минькова, и создавать на селе молодым врачам необходимые условия для жизни и работы. У нас большая надежда на эту программу, потому что один из наших проектов касается обеспечения кадрами всех наших больниц. И, конечно, решить этот вопрос мы можем в том числе с помощью этой программы. И помимо зарплат, которая у них должна быть достойная, с подъемным 1 миллионом, у них должны быть нормальные возможности либо участки построить дом, либо возможность устроить детей в школу или в детский сад, как угодно. Но эти возможности у этих специалистов должны быть. А если мы даем им 1 миллион, и дальше человек сталкивается с непроходимыми трудностями в своей жизни, то, конечно, он не останется. Также на совещании обсудили вопросы безопасности в школах и перевозки детей. В 2018-м за счет бюджетных средств закупили около 350 автобусов. В этом году планируется приобрести еще 98. Ученический транспорт оснащен спутниковой навигацией и тахографами.